Чё? Провод, Smoke. сука, ты продал нас этим Crack, сукиным детям из труб. Mom. Мама. Sorry, Issy. Извини, если услышал слухи, around. решил проверить. Я сам в это не верил, но... No, нет, ты все правильно сделал. You, я у тебя в долгу, Сэс. Go Надо сказать об этом красавчику. Oh, черт, красавчик! Look, так, хватай Кэнда, вывези его в безопасное место. Ты о чем? Походу, красавчик и братишки идут прямо в ловушку. Двигай, двигай! Бля, а что? Гоните на стрелку, пока красавчика... Ёбаный в рот, ты чё красавчика сейчас спасать? Бляха, муха, и чё, а чё ты вылез-то? Ебануться, чё вообще происходит, а? Я должен предупредить красавчика! Бля, ну это шок, пацаны, что вообще? Как такое могло? Проклятие, красавчик, возьми трубку! Чё за дядя, знаешь, я не беру трубку, так что оставь сообщение... Ёб, чёрт! Бля, красавчик там уже помирает, бля. Ёбаный в рот. И чё делать? Так, я доеду. Пацан, уже половина хпшки у него. Ёбаный. Бля, только не убивайте, я вас прошу, это мой брат. Если еще и брата убьют, так это вообще... Эти твари нас еще предают. За каким-то копом отдались из-за денег, что ли, или что? Или их могли посадить? Но все равно в любом случае это подло вообще. Пацаны, реально крысы. Как мы с вами и поняли. Эй, красавчик, а ты в порядке? Тебя пострелили. Сижи, где ты был? Звоню Сэри, пока мне одну хрень. Нас дал паровоз, он лишь задницу Темпани и кому-то избавился, он нас продал. Чего же, чувак, ты должен валить отсюда, кого приедет с минуты на минуту. Нет, чувак, я не брошу своего брата. Ёбался, надеру ваши странные задницы, заверши меня. Я вас всех урою, суки. Так, давай. Ё-моё. Бля, пацаны, как же сюжет, а? Разворачивается, каким образом? Вы только подумайте, а? То есть, пацаны... Наша семья продала нас. Я хотел сказать предала, но это одно и то же. И продала, и предала, и вообще похуй им. Им все равно, пацаны, на нас, понимаете? Я не знаю. Бля, долбоёб. Нормально все, красавчик. Ё, еще балса на подходе. Это еще не все. Тут еще красавчика, бля, пострелили. Ёбаный в рот. Итак, пацаны, ну как обычно, запись прервалась, да, места опять же не хватает, пацаны, мы сами должны спасти красавчика, я не знаю. Это просто... Я не могу... Блядь, ты вообще... Как? Почему? Почему они нас предали-то так, а? Какого хрена? Это копы все, да? Заставили ее, и меня убили, да? Бля, пацаны, ну сейчас что-то, блядь, тяжело, я не знаю, сможем ли мы сегодня все пройти, но я бы хотел до конца сегодня, реально. А, снова ехать надо, да? А тут можно сохраниться, да, пацаны? А то я не знаю, мы сегодня сможем, нет? Офигеть. Ну я не ожидал вообще, пацаны, никак. Вы мне не писали даже, что такое... Будет, да, поэтому я обычно могу спойлерить, да, но вы так не делали, молодцы, кстати, пацаны, реально. Не, ну я в шоке, вот честно. Вроде бы, да, так общались хорошо, Big Smoke, типа, о, братан, я же знал, я сразу понимал, что это все лицемерие, пацаны, получается. Это искусственная дружба просто. Вот так значит, да? Зачем так делать? То есть мы семья, а ты нас предаешь, да, ради копов каких-то или чё? Почему они так сделали? Я не могу понять, пацаны, реально. Это же, это я не знаю уже. Короче, я как надо разбираться с этими, блядь, дурачками.
Получится у меня сегодня или нет, пацаны, я не знаю. Если что, в следующий раз. Ну-ка, давай, мы сделаем это. Сижи, давай. Давай, потихонечку. Главное, чтобы нас это... Сильно, да, не простреливали? Не расстреливали, блядь, все разом, да? Я уже, блядь, пацаны, не... Запинаюсь, реально. Потому что, ну... Ебануться. О, сейчас, кстати, нормально идет, посмотри-ка. Ебать, как хорошо. Ебать, да сколько у вас здесь живет, а? Куда стреляют? Ё, подожди, а что они делают-то, я не понимаю. Че, дурачки совсем или че? Ну-ка, блядь, лежать. Ой, сука. Ну давай. Да, блядь, не туда опять. Бля, пацаны, я так и не попал. Ой, бля, еба. А как вы-то не подорвались? Ой, тихо. Я хочу красиво просто сделать. Сейчас, блядь, красиво я сделаю, нахуй. Красиво умру скорее. Блядь, ёбаный. Тихо. Ну, взорвай! Давай! Взрывайся! Ой! Все-таки сделал, как хотел, а тут еще и копы. Бля, это все, нет? Я уже не справлюсь, пацаны. Че, серьезно? Не, все. Это конец. Это конец, пацаны. Нас жестко наебали. Понимаете? Нас поставили наши же. Чуваки. Слушай, сними его, пожалуйста. Мне нечем дышать, пожалуйста. Ну ладно, только потому, что ты сказал, пожалуйста. А, мешок. Ты сумасшедший сукин сын! Наводи страх на тех, кто устрашает остальных. Кар, вот моя работа! Правда это? Ха-ха-ха, да! Эй, чё, а где мы? Самое глуши, что тут чистый, свежий воздух. Грёбаный паровоз. Блин, красавчик! Красавчик жив! Да-да, жив, он в тюремной больнице. Ему что, под пулевые ранения, он пока он ждет суда. А вот тебя каким-то чудом до сих пор не поймали. Радуйся, Карл, твой тупоголовый брат жив. Твоя бездарная сестра, которая вскоре станет шлюхой, жива. И она сосет всего лишь одного латиноса. Для тебя все складывается удачно, Карл. Так что не рыпайся. Мы хотим, чтобы ты оказал нам одну услугу. Опять? Что? Поверить не могу, что просто попер против меня. Чувак, я тоже не могу этого понять вообще. Паровоз. Он давно освоил этот урок. Братья навеки, уличное братство. Дерьмо это собачье, Карл. Помнишь, как тебя выперли из города? Когда ты позвал умереть Брайану, а? Эти, я не могу работать с этим парнем, он идиот. Дай кровь на эту коза, а? Не-не, офицер. Пусть парнишка наконец сделает хоть что-то хорошее в своей никчемной жизни. Он поможет нам бороться с преступностью, правда, Крал? А, любым способом. Держите паровоза подальше. И не зуну светить нас. Батя, а чё я так встал, ебать? Нихуя меня это распёрло. Не, пацаны, я уже не могу это никак комментировать, это бред, нахуй. У нас возникли определенные проблемы, кажется, ему не нравятся некоторые наши методы. Кто бы мог подумать? Да, особенно тем более двуличного засранца. Стоило ему только ему попасться на горячем. И вот он уже пляж под утку отдела внутренних расследований. Они спрятали его где-то на горе Чили, чтобы подтасовать показания, как это выгодно им. Я хочу, чтобы ты навестил его, Карл, и уничтожил все улики, которые есть, пока он не дал показания в суде. Разберись с этим, Карл, чтобы офицер Тайпа не спал ночью спокойно. А, вот оно как, да? Нам нужно доказаться, что он не заговорит. То есть на него есть какие-то... Блять, там самолет. Чего, блять? Пацаны, что за бред происходит? Что-то с игрой реально не так. Короче, что-то он натворил, да, я прямо не очень понял. Ну вообще, пацаны, не понял, короче. Я только узнал, что у него какие-то проблемы там, да? С законом тоже. Представляете, у офицера проблемы.
Ну тем более, что он работает, блядь, с бандитами, это уже уголовка, блядь, да? Это уже что-то странно все. И мы сейчас должны его спасать. Реально? Посмотри, опять какое-то задание. Теперь только здесь, да? Охуенно, пацаны, нас увезли вообще далеко-далеко. Какую-то, блядь. Ха, деревня, нахуй, Мухосранск, блядь, я не знаю, чьи это. Короче, ладно. Тут сохранится, а тут смотри, амунация есть, это орудие, окей. И деньги, деньги еще с нами, посмотри-ка, нифига, сколько у нас бабла до сих пор. Как они у нас все это не забрали, я не знаю, пацаны, просто везет. Как они это все у нас не забирают, реально. Хотя могли бы, а че бы нет. Раз уж я такой преступник, но я им помогаю, пацаны, поэтому они до сих пор меня так и не посадили в тюремку, вот так-то. О, тут лоурайдер еще. Короче, пацаны, дальше будем разбираться, да, совсем скоро. Тоже ждите следующую серию по GTA-шке. На сегодня пока что все. Ой, все идет херово, вот честно. Я даже не знаю, как. То есть есть семья. Мы даже хотели уже объединиться, но все пошло не так, да. Нас, опять же, все подстава, да, это все план. То есть мы все вместе, красавчик, да, до этого еще, Big Smoke Rider, типа, о, давайте воссоединим всеми, они уже знали, что будут копы, поэтому они уехали, все и так ясно, пацаны. Че тут думать-то? Так что, в следующий раз нам придется работать на копов вновь, пацаны. Я не знаю, чем это все кончится. Семья распалась, уж точно. Мы вновь убеждаемся, что все, что нам говорят, не всегда правда. Ну, пацаны, это и так все понятно. Но, зная, что это были наши люди, и так с нами поступать... У меня нет слов, пацаны. Давайте, на сегодня пока что все. Давайте. Не болейте, удачи вам всем, пацаны. В следующий раз будем вновь разбираться, все. Что-то делать. Опять искать кого-то нам придется, чтобы, блядь, самому не угодить за решетку. Красавчик жив, он что там лечит, да, это... Какая-то тюремная больница нам сообщили, вот. А что райдер там этот Big Smoke, я не знаю, пацаны, паровоз тут, блядь. Сука, ебланы, сука, блядь, я не знаю, что с ними там происходит. Но у них все хорошо, конечно, у них все хорошо, блядь, пацаны. Они работают на копов, им заебись. Как и я сейчас тоже, да, мне приходится. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующий раз уже совсем скоро, как я вам сказал, да. Фух, сейчас будем чаще проходить уже под Новый год, да, пацаны. Так что все. Не болейте, удачи вам всем. Пока-пока, пацаны. Пока-пока.